Друзья, еще когда мы только начинали собирать голоса за лучшего менеджера 7-го сезона, сотни подписчиков в комментариях отписали, что результат этого опроса предсказуем на 200%. Но в отличие от результата голосования, это награждение будет непредсказуемым. Нам нужна начальник отдела продаж Александра. Так, вопрос, ты уже начальник отдела продаж? Нет, еще не начальник. А откуда ты приходила? С обеда. С обеда? Нет. Заслуженно. Обрати внимание на цвет надписи. Спасибо. Ты представляешь, нас заплюют феминистки. Спасибо. За розовый цвет. Спасибо. Держи. Слушай, у меня есть несколько вопросов. Первое. Благодаря чему удалось победить? Не знаю, наверное, то, что все-таки я девушка, я знаю, это достаточно на уровне. Как-то... Это тебе, кстати, музыкальный подарок, это у нас сувенир. И скажи, во сколько продаж все-таки конвертировались? Все эти результаты. Ну, продажи очень выросли. Выросли? Очень, очень. И все продаешь ты? Ну, в основном я и другие консультанты благодаря мне. То есть ты теперь встречаешь и делегируешь дальше клиентов по залу? Можно так сказать, да. Отлично. Саша, тогда мы тебя приглашаем участвовать в новых выпусках «Что почем» и в новостях. Ты же новости подготовила? Подготовила. Побачимся. Спасибо большое. Пока. А, подожди, ты еще должна была спеть песню. Какую? А ты не слышала традицию? Не, да? Я не умею петь. Ну, чуть-чуть. Я не пою даже в караоке, я только рот открываю, когда кто-то поет. Ладно, готов к песне тогда. Да, подожди, открывай рот, она подставит. Спасибо. Все, увидимся. Спасибо. Но, друзья, это еще не все. Мы перечитали практически все комментарии к голосованию под другими тестами. И поняли, что в этот раз было бы также справедливо наградить и лучшего менеджера сезона мужского пола. В конце концов, кто нам запретит? Наш рейтинг, наши правила. Поэтому мы приехали в Сузуки. Мы хотим тебя наградить за лучшую роль мужского пола. Ну, хоть не в эротическом фильме. Наш рейтинг, наши правила. Я понял. Это уже второй раз. Спасибо. Все, ты дисквалифицирован. Дисквалифицирован пожизненно. На следующую новую Сузуки ты обязан подготовить нового продавца. Нового продавца? Да, вкрути ему мозги. Хорошо. Это мозги? Да. Это то, чем вкручивают мозги. А, то, чем вкручивают мозги. Когда Джим мне уже будет? Ну, должны, я думаю, вот к июлю. К июлю уже, вот к началу июля должны уже подойти. Короче, готов. Месяц остался, сколько ж, я ж не могу воспитать. Поздравляю. За месяц. Спасибо.